Здравствуйте. Сегодня пойдет речь, как заточить топор болгаркой. Точило не у каждого имеется, а болгарка найдется. Круг для болгарки в этом случае берем потолще и не менее 2 мм. Я использую круг толщиной 2,5 мм. Так надежнее. Вот в таком состоянии выглядит топор, и его необходимо заточить как положено. Многие не используют болгарку как заточной инструмент. Но мне часто приходится потачивать свой режущий инструмент где-то на выезде. Точило с собой возить неудобно и громоздко. Глаза защищаем очками. Топор зажимаем в тиски. И приступаем к заточке топора. Одну сторону заточил, и теперь приступлю к заточке другой стороны. Все. Вроде бы топор заточен правильно. Теперь будем поправлять лезвие топора бруском. Ну вот и все. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Вот так выглядит топор при заточке его болгаркой. Всем желаю удачи! Кто не подписался на мой канал и желает получать известия о добавленных мною новых видео, то подписываемся на него. До свидания!